подведение итогов года, это уже говорит о том, что мы не зря его прожили, что наши дети все лучше и лучше танцуют, а им это очень пригодится в жизни. Поздравляю вас с началом открытия танцевального турнира, а также всех с наступающим Новым годом. Ждем вас в Дворце спорта «Надежда» на наших новогодних представлениях. Мы сопоги на пятах.